Всем привет! На улице темень, а я иду в парикмахерскую. Вырвалась из плена кровати. И главное, раньше приехала. На 9:30 мы договаривались, а я уже без 9:10 здесь. Мне тут дойти 5 минут уже. Вот. Поэтому, так как, ну что, скажу вам про обстановку в Питере. Вы знаете, что Питер вышел на первое место по ковиду, вообще обогнав Москву, и на первое место по криминалу среди всех городов российских. Вот. Так что вот такие вот у нас дела. А тут темно, и народ весь еще спит. А я тут гуляю. Так, смотрим, как я одета. Вот так. Вот такое у меня пальто. Такой у меня отфит. Масочка. Так что вот, ну хорошо, хоть эти парикмахерские пока работают. Так что сейчас покажу вам, что делается. Вот смотрите, сегодня -6. -6 на улице. Смотрите, никого. Я один. Темно, хотя уже 9 часов утра. Ну, это Питер зимний, что вы хотите. Вот смотрите, какие здесь. Здесь вот эти люди. Чистенько, а здесь никто и не думал, мне кажется, убирать. Тут школа недалеко, немецкая, в которой учится моя внучатая племянница. Вот. Сейчас я ее поближе подойдем, я ее вам покажу. Дети все на каникулах, по-моему, им продлили еще каникулы. Не знаю, выйдут они 10-го или не выйдут, я не уверена. Вот. Вот такая школа. Еще советская. Вот она. Слушайте, меня пробило. У меня что-то запаха не было. Вообще. Вот школа. Видите? Какая школа большая. Это престижная школа. Здесь они изучают немецкий язык, причем изучают очень углубленно. Они на уроках на любых говорят по-немецки. Поэтому здесь вот эта школа, два моих племянника закончили. Племянника, племянница. Ну, видите, только ходят какие люди в Голливуде. Меня посыпают почему-то песочком. Здесь очень скользко. Ладно, потом продолжу дальше свои вещи. Девочки, ну вот я, видите, пришла пораньше, сижу в фойе, жду, пока он свои вещи положила, жду, пока меня примут. Он, видите, уже 10 минут. Еще только 10 минут, а мы наполовину договаривались. Вот. Поэтому пока человек хорошо, уже парикмахер моя пришла. Вот. Здесь эти стоит крестик, садиться нельзя, все вместе. Вот. Выйду отсюда красивой, тут с Новым годом, вот такой вот потолок, так что здесь с Новым годом. Так что я сижу в уголочке и жду, когда меня позовут. Так, я вышла уже с парикмахерской. Посветлее стало на улицах. Вот, покажу вам кусочек Питера. Небольшой. Хочу прогуляться до аптеки пешочком. Вон там в конце. А дальше, там дальше аптека. Покажу вам немножко магазинчики. Это что это?
Девон, Девон. Дюравит. Тут, наверное, что-то такое, типа чего-то там такого, короче. Вот там вот тоже. О, центр импланта. Оптика. Немножко наш райончик покажу. Здесь нет таких красивых украшений, как в центре. Здесь все очень довольно-таки у нас. Все довольно-таки бытовая техника. О, уже открыто. Кухня, бытовая техника. Слушайте, вообще бы мне надо бы посмотреть. Что-то открыто вроде бы. Уже работают, наверное. Нет, наверное, еще не работают. Еще, наверное, только двери. Очень скользко, поэтому иду, смотрю под ноги. Не дай бог, можно упасть. Ничего хорошего в этом не будет. Ну, смотрите, людей практически нет. Все спят, отдыхают. До 10 числа люди, кто-то уехал, очень много уехали отдыхать. То есть до 10 числа мы все свободные. Мы все свободные. Так, ну что, мне пешочком пройти или проехаться? Не знаю, посмотрим. Или, может быть, мне подъехать остановочку там. Еще топать и топать. Вот в самом конце. На остановочку я проеду. В каком-нибудь виде транспорта. О, смотрите. Такой ларечек. Даринчики вон. Эти цены. Цены. Так, ананас по 190. Он еще закрыт. А вот это Black Шаверма. Блэк шаверма открыта. Ребята. Твой сочный мощный обед. Два по цене одного. 199. 17. Сочная мощная шаверма. Так, вот там вот на той стороне. Мебель Белоруссии. Магазин. Так, ну что, я проедусь, наверное. Все-таки я проедусь. Надо проехать здесь. Так, или же нет. А вообще-то тут где-то аптека еще одна есть. Нет, я пока пройдусь пешочком. Смотрите, какая-то вкуснота подается. Ой, какая хачапури. Что-то надо купить. Пирожок с капустой, чебуреки. Какая красота. Трубочка с кремом. Ой, возможно пройти мимо такой красоты. Тут с мишкой, тут медовый, торт мороженое. О, торт мороженое. Это интересно. Торт Прага, печенье Баунти, вкусняшка с творогом, булочка. Пахлава, пирожное, картошка. Слушайте, что-то мне вот штрудель с яблоком не захотелось. И здесь какой-то тортик. Вот торт мороженое. Интересно, там безе или как, что там мороженое-то? Сейчас я представляю, сейчас поспрашиваю. Ой, ПП будем заниматься после праздников. Короче, что-нибудь сейчас куплю. Ну что, народ, посмотрите, сколько я накупила. Я не хотела. Завтра у сына день рождения. Я тортик этот взяла, и там всего-всего. Я не хотела.
Бог видит, я не хотела столько покупать. О, тут развязывается. Надо сейчас завязать покрепче. Вот сижу на остановке. Вот там вот политехнический институт. Вот здесь вот живут иностранные студенты политеха, которые учатся в политехническом институте. И первое время они здесь живут и учатся же здесь. Вот. Ну вот. Сейчас жду. Только что передо мной ушел троллейбус, но мне любой подходит. Что подойдет, то подойдет. Все равно на улице. Так что вот, девочки и мальчики, чем я занимаюсь 5 числа. Ну что, смотрим, удивляемся на мою прическу. Вот. Ну, я уже под шапкой. Конечно, это все уже. Вот, ну вот так я подстриглась. Ну что, делаю выводы, ребята. Я в своих любимых очках. Делаю выводы. Значит, у нас в Питере мы перегнали по ковиду вообще даже Москву. Мы на первом месте. У нас заболеваемость очень-очень большая. И у нас очень серьезная криминальная обстановка в Питере. Она также перегнала всех. Всех. Кого только можно и кого только нельзя. Так что вот такие, ребята, у нас дела. Вот. Вот такая обстановка в городе. Ну, а я, слава богу, подстриглась, сходила. Это самое для меня главное. И самое главное, всем здоровья, всем радости, всем счастья и здоровья, здоровья, не болейте.